Вітаю вас, шановні глядачі! В ефірі телеканалу «Миколаїв» передача «Не бійся говорити про любов» та її ведуча Наталія Якобсон. Сьогодні ми розповімо вам про молоде творче подружжя. Юля та Андрій тривалий час жили в сусідніх будинках, ходили одними провулками, мали спільних знайомих, але доля не поспішала зводити їх разом. Доти, доки одного разу під Новий рік їх не звела робота. Відтоді новорічні свята стали для Юлі та Андрія найулюбленішими, а всі атрибути Нового року – ялинка, запах мандаринів, ялинкові прикраси – символом їх кохання. Та все це було попереду. Тоді ще ніхто з двох не здогадувався, чим закінчиться перша зустріч. «Ніжність – це повітря кохання», – казав герой Марка Поповського Вавілов. Мабуть, саме цим повітрям і були овіяні герої нашої передачі «З першої зустрічі», яка відбулась в Палаці творчості учнів на одній з вистав 1 січня, в якій Юля вперше грала одну з головних ролей. Такою згадує її сьогодні Андрій. Я захожу за куліси, і тут дівчина на лошаді. То есть захожу, и девушка на лошади сидит. Лошадь, конечно, бутафорская такая, да, не настоящая. Но и как бы смотрю, сидит такая девушка в таком зеленом, как бы такая как рубашка с жилеточкой такая, как бы шапочка, то есть, ну как бы, и сидит так улыбается, смотрит все. Я как бы прошел, здравствуйте, и пошел же даже на сцену работать. Да, иди к папе, иди. И пошел на сцену работать, получается, пошел на сцену. И как бы уже потом у партнера по сцене как бы спросил, а что это за девочка, там все, сказали с театрального. Думаю, вот как бы, вот, вроде с театрального всех знаю, вроде как бы там этот. А вначале подумал, если честно, что это новый культорганизатор во дворце творчества учащихся. Ну и вот так вот первый раз папа увидел маму. Юля до Палацу творчості учнів потрапила на 5 років пізніше за Андрія. Вона була вихованцем одного з театральних колективів. На відміну від майбутнього чоловіка, дівчина вже знала про існування талановитого культ-організатора. Мы очень там интересовались выпускниками, какие они известные люди. И так как Андрей работал во дворце, то часто видели мы именно этого выпускника. Ну и потом наша встреча вот состоялась за кулисами. Когда Андрей вошел за кулисы, первый раз, когда я его увидела, я подумала, ой, это ж тот выпускник, про которого рассказывали, это ж тот великий актер, тот ведущий, тот культорганизатор. Я на него смотрела, вот как, знаете, на Бога. Зашел и сразу засияла. Я так смотрела, так прям восхищалась им. Но я не думала еще, что у нас будут какие-то отношения завяжутся, что просто я посмотрела с ним, поздоровалась, здравствуйте, с уважением, так... Ну, вот состоялась такая вот наша встреча. Я всегда смотрела на него так свысока, что «Ой, это ж тот вот великий, великий актер». Вот так вот это у меня все было, происходило. Знаете, как в детстве, может, дети смотрят на своих учителей, вот именно маленькие дети, так «Это ж та учительница, вот она такая вся вот какая-то, не из этого мира». Вот это у меня тоже вот такое было восхищение. На самом деле, мне, как бы этого не рассказывать, сегодня первый раз слышу о том, что на меня смотрели как на идола. И первое время я ходил, смотрел как бы в театральный, вот на девочку Юлю, присматривался. Единственной проблемой стало то, что я уже культорганизатор, то есть как преподаватель, а она еще, ну, почти выпускница театрального. За визнанням самого Андрія, з першого погляду Юля його зворушила, схвилювала почуття. Але вона була ученицею в Палаці творчості, а він вже культорганізатором, дорослим, досвідченим, самодостатнім. Ведучий, актор та режисер соромився подивитися дівчині в очі. На допомогу прийшов мобільний телефон. Перша ж бесіда довела – цим двом завжди є про що поговорити. Разом вони ніколи не нудьгуватимуть. Часа три мы общались, Юля была в теплом помещении, я как бы не знаю, помнит она, не помнит, у меня возле дома было как бы там много таких там мест, то есть там горки какие-то, там, да, рельсы там и так далее, то есть разные. И я получается, да, я получается как бы пурга, снег метет, ветер такой воет, я в шапке. В штанах, вот это вот, в перчатках, стою с мобильным телефоном.
чтобы никто ж меня не услышал лишний, потому что все же знакомые, там соседи, все друг друга слушают. Ну, знаю, и чтобы как бы, ну там, и чтобы нормально общаться, потому что привык общаться, как бы, ну, чтобы без лишних ушей. И вот это ж я стою в эту пургу. Я не знаю, я, как я там простоял, ну, часа три, да, вот мы стояли, общались. То есть, вот на морозе, пришел домой, потом тоже этот, делал себе паровую баню для ног, чтобы не заболеть перед утренниками. Я это не знала, я об этом узнала уже позже, намного позже, когда мы уже начали встречаться, так уже общаться хорошо, тогда уже я узнала, как вообще Андрей со мной общается, что я нахожусь где-то в теплом помещении, дома. Засыпаю, да, там. А Андрей конспиратор, чтобы не услышал никто, особенно мама, которая очень-очень хотела уже скорее, чтобы у Андрея была жена, семейная жизнь, внуки, она просто про них мечтала. Вот, я маме знаю, никогда всегда не открывал вообще никакие отношения, с кем я встречаюсь, где я нахожусь. То есть, да, это как... Она всегда Андрей. Ну, когда... Так поступово від телефонних розмов вони перейшли до особистого спілкування. Обидва відчували нестерпну потребу бачитися якомога частіше. Батьки Андрія та Юлі також чекали від них на більше. В рождественські, опять же, праздники ми пішли к друзям, які жили у мене по сусідству, и решили зайти это ко мне домой. Это был старый Новый год. Да, это был старый Новый год. 13-го был. Мы решили зайти как бы ко мне домой. 13-го. И Юля первый раз, вернее, моя мама первый раз увидела Юлю. Причем, ну, она это восприняла так, как бы, вот так. Ну, даже я не могу сказать скрытая эмоция, да, то есть как бы вот у нее было море там, наконец-то, вот, наконец-то, и в глазах уже внуки. Через нетривалий час пара тихо, без зайвих свідків, побралася. У Андрія в житті з'явилось дві пристрасті – Юля та робота. Причому саме у такій послідовності. Сумісна праця над проєктом «Школа дитячого телебачення» у Палаці творчості учнів займала багато часу у новоствореного подружжя. Виховуючи майбутніх телевізійних зірочок, вони зближувались все тісніше. Навчились розуміти один одного з першого погляду, дотику, натяку. Проєкт прийшовся до душі керівництву одного з місцевих телеканалів. І тепер з успіхом транслюється в ефірі. Позитивна якість. На жаль, ні. Він не пропускає жодного мого уроку. Постійна робота з малечою, вистави та спектаклі, безліч проєктів – все це тривало навіть тоді, коли Юля повідомила Андрія про вагітність. До останнього вона брала активну участь в роботі як член журі, сценаріст або просто допомагала коханому. Був такий момент рождення дитини, тобто ми знали, що це має бути кінець мая. Конец мая – это всегда какие-то помпезные мероприятия, выпускные, там, да, то есть в этом году, когда Мирослав появлялся на свет в 2011, да, то как раз совпало так, что вот MyDance Николаев участвовал в телепроекте,
И после этого решили сделать такой помпезный, как бы открытый, как бы для всех последний звонок на площади, тоже с My Dance что-то связанное. И мне нужно было быть там ведущим. Я всеми возможными силами отказывался заранее, за месяц, то есть плюс как бы я отказался от всех мероприятий. В общем, я на месяц пропал, потому что я пообещал Юле, что я буду рядом этот месяц, роды, то есть все время буду рядом для того, чтобы помогать ей с ребенком. Моя мама тоже взяла отпуск на месяц. В общем, мы такой делегацией готовились к родам, да? И тут потом 31 мая, это уже было утром, Юля вначале боялась будить доктора, я говорю, ну как, мы прождали 3 с чем-то часа, даже больше, пока не наступит 5-6 утра, чтобы позвонить доктору. Потом мы все-таки позвонили к доктору, поехали, и ровно в 13:57 появился на свет Мирославчик. Имя Мирослав – это старославянское имя, мы где-то прочитали, что, ну, хорошее имя, и как бы земля, на которой, ну, которая дает имя, то есть получается, как бы ребенку помогает, ну, человеку по жизни, то есть если имя привязано как-то к этой родине, да. Вот, и мы, получается, узнавали еще, ну, а у священников у них идет как бы больше там книга, где греческие имена там и так далее, ну, поэтому… Мы не могли долго определиться с именем. В итоге мы назвали ребенка Мирослав. Зовут его теперь Мирославчик, Мирослав. То есть, ну, все спрашивают, Мирослав, как... Мирослав Андреевич. Да. Если говорят все, как сокращенно или как полное. Я говорю, полное Мирослав Андреевич, а сокращенно Мирослав. Когда ребенку было 3 недели и там 3 дня... Юля вместе со мной вела прием мэра. Мэр принимал золотую молодежь и вела прием мэра в театре Чкалова. То есть уже как бы мама опять снова включилась в работу. После этого опять же сценарии, подготовки. То есть параллельно помогали бабушки, конечно, нам. Но в основном мы пытаемся делать так, чтобы мы максимум проводили именно мы с ребенком времени. А бабушки, чтобы с нами просто отдыхали или играли. Сумісна робота тільки зближує цю пару, але час від часу вони припиняють шалений ритм життя, щоб просто побути родиною. Перше число кожного місяця завжди для них маленьке свято. Це один день на місяць, коли Юля та Андрій з синочком Мирославом дарують одне одному подарунки і зникають для оточуючих. Самі основні праздники для нас були, це перше число, потім вже, коли ми довше зустрічались, вже коли жили вместе, то... У нас первое число ассоциировалось с тем, что мы можем пойти там, в какой-то новый ресторан, куда не ходили, в какое-то кафе, просто дома устроить себе какой-то праздник, опять же, просто подарить друг другу какие-то сувенирчики. Там. Иногда мы выбирали какие-то вместе вещи в дом, иногда, получается, мы ходили, отдыхали в ресторан. Даже были такие моменты, когда вот самые такие романтические, вот пошли просто первого числа отдохнуть, и там вот пошел дождь, допустим, с плетом, там где-то сидим, потом вот туда с зонтиком домой, ну такая романтика. То есть первое число нам всегда помогало само, ну как бы в создании праздника, то есть само первое число даже. Ну и, конечно, 1 сентября, 1 января, многие наши первые числа совпадали с какими-то еще праздниками, поэтому были более шикарными такими. Ну, также получается, что и почти 1 числа у нас тоже родился сын. Поэтому да. У нас теперь такой один большой семейный праздник 1 числа, так как он родился 31-го, но мы отмечаем все 1-го. В общем, тогда, когда нету 30-е число и 31-го нету, мы 1-го отмечаем тоже, да. Да, поэтому у нас такой получается семейные мини-праздники. Да. Когда они получаются, когда совпадают с большими праздниками, это такие большие праздники, когда не совпадают, у нас получается в семейном кругу небольшие такие... Свои мини-праздники. Свои, да, традиционные да. праздники. Ще на початку відносин наші герої мріяли покинути рідне місто та підкорити столицю. Київ прийняв пару доволі тепло. Їм запропонували роботу на одному з центральних телеканалів. Але вона відбирала надто багато часу. Закохані перестали бачитись і прийняли рішення повернутись до рідного міста. Ми спробували, що в Києві, що в інших містах. Ми вирішили, що... Лучший вариант строить семейную жизнь – это вместе, и строить ее именно там, где ты живешь, там, где ты все знаешь. То есть, как бы, и Николаев, в принципе,
Это хороший город для, ну, для того, чтобы здесь жить. Некоторые его не любят, но я очень люблю. Я, допустим, я знаю каждый уголок, то есть, да, то есть достопримечательности исторические, там, особенно когда вожатым был, да, то есть там детям еще рассказывал. То есть, и как бы вот эти все моменты. Те, що в родині наших героїв – турбота, взаємоповага, кохання, не пусті слова – відчула і наша знімальна група. Один з головних принципів цієї родини – взаємодопомога. Ще був цікавий такий момент, що перше время, коли якоби приходив к Юлі в гості, то я не хотел, чтобы, ну вот у меня как бы изначально так сложилось, что я не хотел, чтобы моя жена портила себе руки, мыла вот эту посуду, там еще что-то. То есть посуду мыл я. И как бы, может быть, этим самым как бы покорял немножко тещу тем, что парень пришел еще и моет посуду, помогает как бы, то есть, ну вот такой вот. Хороший. Хороший, очень да, хороший. Позитивный парень, да. Особенно когда моет посуду. И, в принципе, как бы получилось так еще, что мы с тещей нашли общий язык, мы с ней очень дружим, и мы могли просто пообщаться, мы могли просто поговорить, даже бывали моменты, что Юля иногда говорила, вот так всегда, моя мама тебя всегда защищает, или вот, особенно, когда вот первый период был, когда, да, как у всех, то есть, да, первый период, как у всех, был притирание. То есть, и вот это вот притирание, оно как бы проходило по-разному, мы ссорились. Опять же, даже когда мы ссорились, мы там не расходились, надо пожить пару дней раздельно или что-то еще. То есть, мы никогда друг от друга не отрывались, то есть, мы постоянно были вместе. И вот при этом всем как бы получалось так, что теща всегда поддерживала мою иногда точку зрения или меня иногда чаще всего, а я наоборот как бы успокаивал Юлю, что я, наверное, не прав где-то, то есть, ну, в общем, находили компромиссы как-то, то есть, выходили из этой ситуации всегда. Всі турботи та радощі подружжя ділить порівну. Це одна з таємниць успіху їх сумісного життя. Ми видели по этому поводу интересную передачу, там рассказывали, да, то есть, что есть там 10 правил хорошего успеха семейной жизни. На самом деле, мы как бы посмотрели, то есть некоторые правила мы действительно пытаемся выполнять. Я все не помню точно. Я помню, что одно из правил – это нужно почаще говорить друг другу «люблю». То есть, ну, проявлять свою любовь там жестами, словами, заботой, то есть делами. Самое главное – почаще просто… Ну, там, обнимать друг друга, просто поцеловать, просто сказать приятные слова, когда проснулся, там. Ну, то есть, следующее – это научиться прощать, потому что каждый человек совершает когда-то какие-то ошибки, то есть, научиться прощать ошибки. Да, понимать друг друга надо понимать друг друга, то есть, потому что, как бы, ну, каждый человек хочет, чтобы его поняли. То есть, когда ты понимаешь свою жену или мужа, то вам легче находить общий язык. Или хотя бы стараешься это сделать. Вот. Ну и, конечно же, там еще были такие нормы. Вместе там какую-то там планировать свою жизнь. Это бюджет домашний, кухня. Там, и так, то есть советоваться помогать о том, что вы делаете. Да, то есть как вы этого достигаете. Вместе идти к одним целям. Ну вот самое главное для меня, что я считаю, ну вот успех семейной жизни, это когда двое, даже когда ссорятся, они находят в себе силы пойти на компромисс, то есть уступить друг другу. Знаете, вот как говорят, вот, если ты можешь уступить друг другу, ну, то есть можешь уступить жене, а жена может уступить тебе, то жизнь будет счастливой. То есть ссоры, они все равно какие-то будут, какие-то трения, то есть без этого никак. Без этого скучно. Щоправда, з народженням сина Мирослава подружжю сумувати не доводиться. В їх щасливому тандемі він займає своє, особливе місце. Він став їх спорідненим продовженням. Так вийшло, що мене завжди окружали в основному везде дівчатки. Тобто їх було багато, маса дівчаток. І я не скажу, що я був коли-то обділен там жінським вниманням, але самое главное, что на работе выработалось такое, что работа и личное – это разные вещи. Это раз. И во-вторых, я вот когда встретил Юлю, то вот, знаете, вот как говорится, вот что-то ёкнуло в сердце, да?
Вот влюбился, все. И вот после этого у меня самый главный критерий был когда-то, что если я влюблюсь, значит, мне не будет так интересно смотреть на других девушек. И вот это произошло, и даже вот когда мы с Юлей встречались, все, я понял, что у меня пропал интерес к каким-то там другим девушкам, там, и все, выключился тот Андрей, который был, включился тот семейный Андрей, который стал. Вы знаете, мы сталкиваемся по работе и как бы по жизни со многими людьми, которые поставили ставку на карьеру, которые поставили ставку на работу, да, то есть как бы есть, которые поставили на семью. И я хотел бы сказать, что, наверное, самыми счастливыми людьми можно считать тех, кто не просто строит карьеру, работу и теряет на это время, а тех, которые действительно поставили ставку на семью. Потому что когда ты приходишь, видишь вот эти глазки, трогаешь эти ручки, приходишь в семью, в которой тебе тепло, в которой тебя ждут, то естественно, что у тебя будет энергия сделать что-то великое, сделать какие-то проекты, хорошо работать. То есть, но самое главное, на первом месте все-таки должна быть любовь и должна быть семья. Так що не бійтесь говорити про любов. Кожна сім'я – це своєрідний світ, в якому панують власні норми і традиції, є свої цінності. Антуан де Сент-Екзюпері колись зазначив, любити не означає тільки дивитися один на одного, це означає дивитися в одному напрямі. Наших героїв пов'язує багато спільного – робота, кохання, довгоочікуваний син. Можливо, саме тому їх почуття залишаються такими ж сильними, як і в перший день знайомства. Психологи відкрили, що так любити може тільки та людина, яка взагалі наділена здатністю любити людей, бачити в кожному велику цінність. Тож кохайте і будьте коханими!